От историята е известно, че през сладошкото зарове е прокаран пътя на живота, за да не умира никога живота. И очевидци разправят, че когато сутрин санитарните отряди минавали, от двете страни на пътя са вирали замръзнали деца, пенали ледени зеници в едрите полярни звезди. Кажете, може ли такъв народ да бъде победен? Използвайки отсъствието на втори фронт, немското командуване съсредоточи огромни сили в направление Сталинград. Известна е великата Сталинградска битка. Съкрушително поражение на германската армия. 800 хиляди войници пленени и ранени. Любов и радост в сърце въплатив. У каждом, кто песни звука слышит. Песня Катюша, слова Михаила Исаковского, музыка Матвея Паландра. Канили всички, които познавам, и сега ни помогнат. Расцветали яблони и груши, баклени тумани над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ты лети за ясным солнцем с неба, и бойцу на дальнем пограничье, а Катюше передай привет. И бойцу на дальнем пограничье, а Катюше передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша не очень окумлявая, белая цветами. Ой, любимая, дедушка, сону золотой. Yeah.